И о счастливом воссоединении семьи. Итоги звонка на горячую линию МВД. Так, 8-летние сестрички-двойняшки вернулись домой к родителям благодаря правоохранителям, которые организовали на пункте пропуска Бендера-Кишинев коридор. Подробности в сюжете пресс-службы городской милиции. Прям 8,8 вам? Да. Вы двойняшки? Да. 8-летние двойняшки Анастасия и Александра из Кишинева с нетерпением ждут встречи с мамой и папой. С введением карантина в Молдове родители отправили их в Приднестровье к бабушке с дедушкой. Каникулы затянулись почти на 3 недели. У них школы закрыты, садики закрыты. Целый день в квартире убоем сидеть девочкам. Ну, вообще-то, как сказать, не очень-то хорошо. Но мы решили, чтобы оставить у нас. 17 марта границы ПМР закрыли. Введен режим чрезвычайного положения. В семье встал вопрос, как вернуть девчонок домой. На помощь пришла горячая линия МВД. О ней узнали из интернет-новостей. Связались вот еще. А куда связывались, с кем? С горячей линией. Там жена нашла номер. Позвонили. Сказали, что мы ответим. Вот так и так и ответили. На следующий же день воссоединение семьи состоялось. Сашу и Настю милиционеры во взаимодействии с сотрудниками МГБ передали отцу. Да, спасибо вам большое за оказание содействия. Стараемся. Мы обязательно вернемся, когда все будет хорошо. До свидания, Влад. До свидания.